общекадровый вопрос, он сложился в течение нескольких лет. И если в 2014 году мы имели в среднем 33 бригады скорой помощи города Твери, то за несколько лет вот мы подошли к цифре 24-25 бригад. Поэтому текущий дефицит – это проблема не сегодняшнего дня. А сколько на Твери нужно бригад всего вообще вот так в идеале? По методическим рекомендациям федерального министерства – это одна бригада на 10 тысяч населения, то есть порядка 40-41 бригады для города Твери. Третья бригада, третья. Вот вы, наверное, снимите, как он бригада на вызов пойдет, а не как будет убирать. И слои населения, которые достаточно приветливы. В основном это люди более достойного возраста, которые ждут скорую часами. Задержки, к сожалению, у нас достаточно большие. Полагаю, что наши задержки, это лично мое субъективное мнение, зависят от нехватки медицинских кадров на скорой помощи. Нехватка медицинских кадров обусловлена, соответственно, большим оттоком кадров в Москву и Московскую область. Но поскольку зарплаты там соответствуют, так сказать, нашим тяжелым обязанностям, да? Конечно, желательно, чтобы медиков скорой помощи было бы лучше в Твери, на Тверской скорой. Но, к сожалению, пока вот заинтересованность у молодых специалистов в нашей работе нет, поскольку она финансово, скажем так, не так поддерживаемая финансовое здравоохранение. Давай, на спинку ложись. Как-то накрывать. Давай, я сюда. Он на колени у нее нормально. Раз, два. Так, ну все. О, молодец. Слушай, подключен аппарат у нас? Подключен. Отправить хоть? А? Отправить. К сожалению, карта у них находится в поликлинике. Доктор время от времени из поликлиники к ним приходит. Мужчина в последние, значит, пару месяцев был недееспособным. То есть он ходил, но как бы самостоятельно передвигался с трудом. Вот. В последние два дня больше находится в лежачем положении. Сегодня упал, значит, он с кровати. Повод к вызову — упал, значит, без сознания. На момент осмотра в сознании давление 160/80. Жалоб не предъявляет, тактильная чувствительность сохранена, мышечный тонус ослаблен ввиду возрастных изменений. Делаем кардиограмму, не имея на руках архива ЭКГ, сравнить, собственно, не с чем, на слова ориентироваться родственников сложно, поэтому отсылаем к вам с целью: а. посмотреть, б. проконсультировать.